Сегодня поговорим про очень любопытный, как мне представляется, текст. Текст, записанный за пятым любавическим рэбе, которого звали рэбе Шолом Довбер. Такое любопытное дублирование медведя. Да? Довбер — это медведь на иврите и на идише. Да, такой двойной медведь. И да, любопытно, что присутствует вот это вот двойное напряжение в самом имени. Возможно, это связано с одним из центральных понятий этого текста, о котором мы будем говорить сегодня, а именно с понятием силы соединения. Но, в принципе, этот текст, я сейчас немного скажу про сам этот текст, вообще, как он существует, но текст этот меня интересует в рамках некоторого общего проекта борьбы за материалистическую экспроприацию теологического наследия, борьбы за материалистическую кабалу. Я полагаю, что для того, чтобы этот проект материалистической экспроприации теологического проекта, о необходимости которого говорят последние десятилетия такие философы, как Бадиу, Жижек и Миясу, для того, чтобы этот проект мог быть по-настоящему осуществлен, для того, чтобы сделалось возможным настоящее вскрытие теологического изнутри, извлечение из области теологии того существенного, что там все еще пребывает, но пребывает в некотором стесненном виде, да, пребывает в состоянии связанности, да, пребывает в состоянии, в котором теология воспринимается как некоторая одежда, которой ему малы. Так вот, для того, чтобы сделать возможным извлечение этого материалистического ядра, необходимо дополнить материализм благодати, о котором говорят и которые развивают в ходе прочтения первого послания апостола Павла Бадиу и Жижек, дополнить этот материализм благодати тем, что я называю галахическим материализмом. Мне представляется необходимым произвести аналогичную операцию, да, операцию аналогичного материалистического извлечения ядра в области раввинистического иудаизма. И мне представляется, по ряду причин, которых я в целом сегодня не буду касаться, мне представляется, что только такая двойная коррекция, двойное отражение, двойное разворачивание друг напротив друга этих двух теологических машин, двух машин по производству имманентного невозможного, а именно раввинистического иудаизма с одной стороны и христианства с другой, станет возможным вообще выход за пределы теологического. Станет возможным вот это вот самое изъятие, о необходимости которого говорят Жижек, Бадиу и Миясу. Текст Шолом Довбера мне представляется интересным именно в рамках этого предприятия. Он мне представляется интересным именно в рамках того, что поскольку в целом раввинистическому иудаизму евреям свойственна неспособность говорить, поскольку область логоса об абсолютном является для них некоторой областью невозможного, то когда все-таки им это удается, когда им удается прорваться в эту область, они высказывают крайне существенные вещи. Настолько существенные, что, возможно, как раз христианская и западная традиция обычно их не высказывает. То есть мне представляется, иными словами, что этот текст Шолом Довбера — это один из тех моментов, где теологическая традиция, теология, религия откровения, нам можно называть это по-разному, но в целом имеется в виду один и тот же механизм, подходит наиболее близко к осознанию своих собственных границ, подходит наиболее близко к осознанию и описанию того, как, собственно, он функционирует. Мы видим, что Шолом Довбер разворачивает в этом тексте некоторую политическую экономию, с другой стороны, являющейся также одновременно и сексуальной экономией, связанную с вопросом о человеческом доступе к абсолюту, с вопросом, который, собственно, является основным вопросом, который стоит на повестке дня актуальной мысли в последние десятилетия. Э,
Собственно, изначально этот вопрос является одним из основных вопросов для каббалистической мысли. Да, изначально, начиная с 13 века и далее с ее развитием в лурианских текстах в 16 веке и в хасидских текстах, начиная с 18-го, главным вопросом является вопрос о том, каким образом человек, несмотря на то, что он представляет из себя конечное существо, несмотря на то, что он ограничен патологически теми или иными условиями, может познавать абсолютное, может познавать Бога. Предполагается, что это познание может быть не только негативным, как утверждает Рамбам, как утверждает, да, перипатетическая традиция во многом в целом. Предполагается, что, возможно, некоторые позитивные атрибуты, приписываемые абсолюту, при этом эти позитивные атрибуты не являются антропологизацией. Возможно, некоторое нечеловеческое знание об абсолюте. Нечеловеческое знание, которое доступно человеку, несмотря на вот эту вот всю его патологичность и ограниченность. И мне представляется, что как раз в прояснении вопроса об этом нечеловеческом Шолом Довбер идет предельно далеко. Возможно, заходит настолько далеко, насколько вообще когда-либо заходила теология. И я сейчас пытаюсь проиллюстрировать и объяснить, почему. Все-таки это некоторого рода эзотерическое знание. Поэтому, да. Я думаю, что тут вроде все, да, видно все нормально. Ну, прежде всего, сам этот текст. Шолом Довбер, он создает такой любопытный жанр, который называется в хасидской терминологии «эмшех», то есть «континуум». Да, вообще любопытно, что, как мы увидим, эта тема в континуальности, она в принципе является центральной в спекулятивной теологии Довбера, но в некотором смысле форма соответствует содержанию. Да, обычно хасидские учителя излагают свое учение в виде еженедельных проповедей. Да, хасиды приезжают к Рэбе на субботу каждую неделю или раз в месяц, и Рэбе там им произносит какие-то проповеди, связанные с недельной главой, то есть главой Торы, которая читается в данную неделю. Да, Тора разбита на 52, по-моему, 52 раздела, которые в годичном литургическом цикле читаются каждую неделю в субботу в синагоге. И это приводит к тому, что изложение учения, оно по необходимости оказывается распыленным, дисперсивным. А каждый раз это связано с каким-то конкретным поводом, каждый раз речь идет о какой-то конкретной проблеме. И, в общем-то, оказывается невозможно в такой форме излагать какие-то длительные, континуальные, спекулятивные идеи. Шолом Довбер для того, чтобы преодолеть это препятствие, как раз и вводит вот эту вот форму континуума или эмшеха. Он продолжает каждую субботу произносить проповеди, но при этом, несмотря на то, что каждый из них привязано к конкретному содержанию недельной главы, между ними существует также некоторая продольная связь. А каждый из них продолжает те теоретические спекулятивные мотивы, которые развивались в предыдущем. И происходит таким образом некоторого рода детерриториализация того, о чем идет речь. Да, с одной стороны, сохраняется привязка к каким-то конкретным темам в той или иной недельной главе, с другой стороны, поверх этой привязки создается вот эта вот продолжительность континуума, продолжительность эмшеха, которой Шолом Довбер излагает свое учение. А Шолом Довбер вообще был очень любопытным персонажем. Помимо прочего, он известен тем, что он в какой-то момент ездил к Фрейду и несколько часов с ним разговаривал. Я хотел консультироваться по каким-то там психологическим проблемам. У него был, по-видимому, невроз, рука перестала действовать.
И Фрейд, опять же, если полагаться здесь на хаббатские источники, ему дал очень любопытный совет, а именно он ему посоветовал сказать своим ученикам, хасидам, чтобы они тщательнее читали его текст. Ну, потому что причина невроза, причина того, что у него плохо действует рука, в том, что его ученики мало внимания уделяют изучению его текста. Но это начало 20 века. Конец 19-го, начало 20 века, вот именно в этот момент, собственно, есть несколько этих самых континуумов, несколько эмшехов. Главный из них, который содержит в наиболее развернутом виде спекулятивную теологию Довбера, это эмшех, который произносился на протяжении 2 лет, начиная с 1912 по 1914. Центральным моментом, возможно, вот этого вот континуума является отрывок, который называется «Пада бы шалом навши» — «Искупил в мире» или «Искупил с миром душу мою», которую Шолом Довбер произносит 19-го Кислева, если я не ошибаюсь, это получается 1613 год. 19-е Кислева — это один из главных праздников в хаббатском календаре. Это день освобождения первого Любавического Рэбби из тюрьмы. И это день, который из Петропавловской крепости. Вот там по доносу противников хасидизма сажают в тюрьму и освобождают. И этот день считается, да, в Хабаде принято считать, что эти внешние препятствия были отражением препятствий внутренних, да, всякие там силы внешнего, силы суда, которые были враждебны распространению хасидизма, они привели к тому, что да, первый Любавический Рэбби оказался в тюрьме. И, соответственно, его освобождение — это также победа над вот этими противостоящими хасидизму силами. Это, да, поэтому они это называют Хаббатский Новый год или Хасидский Новый год. Потому что это какой-то момент, когда происходит некоторое разрешение. Да, то есть попытка распространения знания, есть силы, которые этой попытке противостоят, и есть размыкание ситуации, есть победа над этими силами. И вот в этот день Шолом Довбер произносит очередную драшу, очередную проповедь, в которой он, в общем-то, возможно, в наиболее сжатом виде подытоживает и излагает основные положения своего учения. И как раз о ней я сейчас и попытаюсь вкратце рассказать. Да, попытаюсь вкратце описать ту как раз вот политическую, сексуальную экономию абсолюта, которую Шолом Довбер в этом отрывке разворачивает. И вообще говоря, да, этот отрывок, он в принципе является одним из центральных для Хаббада в последние 100 лет. Это, в общем-то, один из наиболее изучаемых и комментируемых текстов. Так же, как, в принципе, весь эмшех служит такой основой наряду с Таней для изучения спекулятивной теологии Хаббада. Вот. И вот этот вот отрывок, он, в общем-то, да, один из таких наиболее часто комментируемых и цитирующихся, когда заходит речь об этом эмшехе, об этом контине. О чем вообще говоря идет речь? Да, речь идет прежде всего о некотором размыкании и избавлении. Весь этот отрывок построен как комментарий к стиху из псалмов «В мире искупил душу мою, пада бешалом навши, микравли, победив в бою тех, кто противостоял мне». Да, Шолом Довбер излагает здесь, с одной стороны, свою теорию нечеловеческого доступа к абсолюту и различных ступеней в этом доступе. С другой стороны, эта теория им излагается в связи с основной темой этого текста, основной темой этой драши, именно с темой размыкания замкнутого. Победа над замыкающими, не дающими знанию распространяться силам. То есть некоторого рода радикального просвещения. И Шолом Довбер утверждает, что различные ступени размыкания,
различные тактики и стратегии победы над вот этими вот противостоящими распространению знаний силами связаны как раз с различными способами присутствия абсолюта в повседневном. Но, в принципе, Шолом Довбера изначально, и это, в общем-то, основная тема всего этого текста, всего этого континуума, интересует вопрос об абсолюте в себе, как я уже сказал. Да? Шолом Довбера его также формулирует как вопрос о 10 скрытых сферот. Да, в некотором смысле, я думаю, эта проблема аналогичная проблеме гегелевской, проблеме соотношения феноменологии и логики, да, феноменологии духа и логики. Гегель, как диалектик, исходит из именно того предположения, которое я уже упоминал в начале, а именно предположение о том, что несмотря на то, что человек является конечным ограниченным существом, как верно утверждает Кант, ему доступно познание абсолютно. Но при этом есть два момента, две ступени в этом познании абсолютного. Есть познание абсолютного, как он разворачивается для этого конечного существа, то есть абсолют для нас. Это то, что является предметом феноменологии духа. Феноменология духа — это именно вот это вот абсолютное, как оно разворачивается для конечного существа. Но есть и следующая ступень, для которой эта первая ступень служит своего рода трамплином или прыжком. К этой следующей ступени невозможно перейти, не пройдя первую ступень. Но, с другой стороны, она после этого прохождения существует автономно и в каком-то смысле ретроактивно эту первую ступень в себя вбирает. И это логика. А именно это то, как абсолют существует для себя. То, как абсолют существует не для нас, конечных существ, не как он раскрывается в нашем мире, а как он просто сам в себе функционирует. И я думаю, что, в принципе, во многом проблема материалистической диалектики заключается в том, что до сих пор никакой настоящей логики не было. Логика продолжает с некоторым маниакальным постоянством коллапсировать феноменологию. Это происходит в какой-то степени у самого Гегеля. Это происходит, на самом деле, практически во всех попытках перейти от абсолюта для нас к абсолюту в себе. Собственно, именно этот вопрос и ставит Шолом Довбер в виде вопроса о 10 скрытых сферот. Вопрос о 10 скрытых сферот. Да, есть сферот, то есть да, атрибуты божества, некоторые внутренняя структура абсолюта, как они раскрываются в мире, как они раскрываются в мироздании. И это те 10 сферот, о которых обычно идет речь в различных каббалистических хасидских текстах. Шолом Довбер ставит вопрос о том, как эти 10 сферот существуют внутри самого абсолюта. Не раскрываясь в мире, а на некоторой ступени предшествующей этому раскрытию. Да, то есть он утверждает, что можно говорить о 10 сферот, не только проявляющихся в действиях Бога в мире, не только проявляющихся в творении, но и о 10 сферот внутри самого Божества. И основным вопросом, который обсуждает Шолом Довбер на протяжении практически всего своего труда, является вопрос о том, а как, собственно, о них можно говорить. Как важно говорить об этом в абсолюте в себе, о котором нам ничего не известно, который находится абсолютно вне пределов человеческого, без того, чтобы заражать его нашей человечностью, без того, чтобы превращать его в нечто слишком человеческое, без того, чтобы проецировать на него какие-то наши человеческие представления о том, что значит быть, о том, что значит действовать, о том, что значит значить. И вроде бы самый простой и напрашивающийся ответ на этот вопрос заключается в том, что говорить об абсолюте в себе можно, фиксируя некоторый момент ускользания, фиксируя некоторый момент отсутствия. То есть говорить об абсолюте в себе можно, говоря о нем как о некоторой данности неданного. И действительно, свое описание различных механизмов размыкания ситуации, различных механизмов победы над силами, мешающими распространению знания, в этом вот конкретном отрывке,
посвященном 19-му Кислеву, посвященном освобождению из тюрьмы, посвященном размыканию замкнутого, Шонденберг начинает с описания такого размыкания, в котором действует абсолют, но этот абсолют действует именно как некоторое данное неданное, как некоторое постоянно ускользающее. Ну, и тут любопытным образом Шонденберг прежде всего начинает с того, что да, в принципе, все рассуждение Довбера, оно построено очень любопытным образом. Это такая двойная трансгрессия, двойной выход за пределы, на выход за пределы и выход за пределы этого выхода, в котором вторая стадия постоянно раздваивается. Да, то есть происходит некоторый выход за пределы и выход за пределы этого выхода, потом оказывается, что в этом выходе за пределы выхода тоже есть два шага, потом оказывается, что во втором шаге или во второй ступени этого выхода тоже есть, да, то есть это, пожалуйста, да, такое постоянное вот зумирование, постоянно раздваивающаяся вторая ступень. И первой парой такого выхода за пределы и выхода за пределы выхода, о которой говорит Шонденберг, является... С одной стороны молитва, с другой стороны благословение. Шонденберг разделяет молитву и благословение как две позиции по отношению к трансформации действительности. Две позиции по отношению к тому, как изменить некоторую ситуацию, с которой мы имеем дело. Молитву Шонденберг описывает как отношение к вещи снизу вверх. Да, тот, кто о чем-то молится, он не имеет вещи в своем распоряжении, он обращается к некоторому господину. Он обращается к тому, кто этой вещью распоряжается. Это положение молящегося. Да, то есть это, в общем-то, такое не распоряжение. Это то, что Кант в своей статье о просвещении называет ситуацией детскости. Это такая невротическая ситуация, в которой мы имеем дело с объектом, который от нас бесконечно отдален, и мы можем только обращаться к носителю, хранителю знания об этом объекте, распоряжающемуся этим объектом, с просьбой о том, чтобы ситуацию изменить. Благословение же, с точки зрения этой классификации, противостоит молитве именно в том отношении, что благословляющий распоряжается вещью. Он находится как, да, если молитва — это отношение к вещи, о которой идет речь. То есть, да, к этому вот изменяющему и размыкающему действительность началу снизу вверх, просьба какому-то взрослому о том, чтобы он что-то сделал, то благословение — это самостоятельное распоряжение этой вещи. Да, тот, кто благословляет, он распоряжается благословением, распоряжается тем, что он делает. Он не просит кого-то, да, о том, чтобы это было сделано, а он сам обладает властью благословлять, ну и проклинать, вероятно, тоже. Да? Если, кстати, есть какие-то вопросы проясняющие, то я призываю их задавать. Ну, да, то есть Шонденберг действительно не говорит ничего про проклятие. Это я, да, несколько экстраполирую то, что он говорит. Но да, то есть благословение — это именно некоторые ситуации распоряжения. Да, благословение — это ситуация, когда я могу чем-то полностью манипулировать. А в отличие от невротического. Я думаю, что для Шонденберга это, прежде всего, воздействие на действительность. Да? То есть для Шонденберга это важный момент. Благословение имеет онтологическую природу. Это не просто, да, я как будто что-то сказал, и он себя стал после этого хорошо чувствовать. Благословение — это некоторое изменение природы действительности. И тут, я думаю, важный момент, который, в принципе... Но это, на самом деле, некоторая психологизация. Когда вы говорите о восприятии человеком действительности, вы исходите из того, что то, что по-настоящему и прежде всего существует, это человек. Да? Что есть субъект, у него есть некоторое восприятие, и у него может быть, например, депрессивное состояние, в котором он чувствует себя проклятым, и тогда вся действительность для него превращается в проклятую действительность. А может быть, наоборот, эйфорическое состояние, и тогда вся действительность превращается в благословенную. Шонденберг...
Шондовбер точно так же, как и вся традиция хасидская и каббалистическая, которую представляет, исходит из того, что благословенность и проклятость — это некоторое объективное состояние реальности. Да, есть ситуация, в которой ничего не получается, да? В которой все идет не так. А есть, наоборот, ситуация, в которой все размыкается, все сходится, все, да, в которой действительность прикасается к собой себе. И обладать способностью благословения — это значит обладать некоторым способом перекодировать ситуацию, способом переключить ситуацию из режима депрессивности в режим эйфории, из режима, в котором ничего не получается, в режим, когда получается все. Да, то есть благословение, на самом деле, в принципе, это очень любопытная вещь, да. Проблема в секуляризации понятия благословения. Да, во многом Вебер этим занимается в протестантской этике и в духе капитализма, но это, в общем-то, вопрос, который остается не доведенным до конца. Да, это тема, которая во многом не получает разрешение, потому что в рамках нашей современной онтологии, которой мы обладаем, не очень понятно, как можно говорить действительно, да, об объективной благословенности некоторой ситуации или об объективной проклятости некоторой ситуации. Да. Отрицание — это один из возможных примеров двойной трансгрессии. Да, отрицание — это, безусловно, двойная трансгрессия, но отрицание, в отличие от трансгрессии Довбера, оно останавливается на своей второй стадии. У Шолома Довбера, как мы сейчас увидим, вторая стадия постоянно, да, то есть это такой, как телескоп, да, вторая стадия постоянно превращается в раздвоенную. И, собственно, Шолом Довбер во многом создает такой механизм, в котором вторая стадия будет постоянно расщепляться. По крайней мере, одна из стратегий, которая вроде бы господствует у Шолом Довбера, заключается, да, вот в этом вот постоянном удерживании движения выхода за пределы. Да, но я сейчас просто коротко изложу основные ступени того, как Шолом Довбер это излагает. Их связь с различными, да, аспектами политическими и сексуальными. Да, то есть, да. Для Шолом-Довбера, ну вот, я думаю, что на самом деле хороший способ подумать про эту проблему благословения — это подумать про проблему канона, например, или вообще проблему успеха, да, потому что проблема канона, проблема успеха — это взаимосвязанная проблема. Вот я тут, да, например, разговаривал с одним анархистом недавно, и он мне сказал: ну что, вот Ленин, вы вот все носите с этим Лениным, а Ленин же это на самом деле просто история успеха в чистом виде. Я думаю, что в каком-то смысле это действительно так. Но проблема успеха — это серьезная проблема. Да, мы еще вернемся к этой ленинской теме сегодня, потому что у Шолома Довбера будут вещи напрямую с этим связаны. Что? Я бы на самом деле относился, я бы поставил, да, то есть когда мы говорим об энергиях, мы предполагаем, что нам, в общем-то, понятно, что существует на самом деле, и мы можем сказать, да, благословение — непонятная вещь, да, то есть ситуация, когда, например, ну вот Хайдеггер, да, он пишет «Бытие и время». И где-то уже через год, через два, через три, в общем-то, всем становится ясно, что это некоторый, да, ультимативный текст, которым теперь всем, кто занимается философией, нужно иметь дело. А почему? Как это происходит? Да, допустим, ну, есть какие-то, да, там, какие-то сопротивляющие, но те, кто этому сопротивляется, они понимают, что этому надо сопротивляться. Да, это на самом деле связано с такими вопросами, как проблема моды, например, да? Или, да, опять же, проблема какого-то там финансового, спортивного успеха, например, да? Поэтому в этом отношении, я думаю, футбол — это как раз тоже очень, ну, вообще, да, спорт в широком смысле — это тоже какое-то любопытное поле, где это разворачивается. Потому что, да, там в непосредственном в прямом эфире разворачивается хоккей тоже, да? Разворачивается вот это вот выяснение вопроса о том, а почему побеждает тот, кто побеждает? Как это вообще происходит?
Это непонятно совершенно. Толстой, например, в «Войне и мире» именно это пытается, именно эту проблему и непонятность этой проблемы пытается описать в отношении к классической войне, к классическому сражению. Как происходит, что в сражении побеждает тот, кто побеждает в этом сражении? Как это вообще решается? Это же непонятно, да? Вот, Толстой как раз, да. Казалось бы, есть коммонсенсуальный ответ, который говорит, да, это может свести к совокупности факторов. Ну, то есть, если совсем просто говорить, да, вот тут один французский солдат убил одного русского солдата, там еще 10 французских солдат убили еще 10 русских солдат, а тут 5 русских солдат убили 5 французских, но если подсчитать, то получается, что вообще-то больше случаев, в которых французские солдаты убили русских, поэтому победили французы. Толстой как раз в «Войне и мире» очень убедительно показывает, что это не так, что это так не работает. Это работает по-другому, да? Но, то есть, понимаете, мы, конечно, можем предполагать, что существует некоторая шкала ценностей, да, что существует шкала объективной оценки литературного текста. Если мы возьмем философского текста, да, потому что, ну, да, мне про это проще всего говорить. Если мы возьмем и почитаем различные вот по этой шкале совокупной оценки, новизна, допустим, поставленных проблем, глубина, экспрессионизм изложения. Вот если мы возьмем и по этой шкале подсчитаем показатели, которые есть у «Бытия и времени» Хайдеггера, то мы получим какую-то такую величину, которая объяснит, почему «Бытие и время» там сразу, через два года воспринимается всеми как… Мне кажется очевидно, что это не так. Мне кажется очевидно, что это так не работает. Да, наши попытки, да, можно предполагать, какой-то демон Максвелл, да, он обладает этим знанием, мы его до сих пор не достигли, может быть, мы когда-нибудь его достигнем. Но мне кажется, что это очевидным образом попытка рационализировать это явление, с которым мы, в общем-то, не очень понимаем, как иметь дело. Ну вот Вальтер Беньямин, он, например, именно эту проблему пытался поставить. Да, для Беньямина это вообще одна из существенных, он говорил про жизнь произведений, про то, что у них есть некоторые их собственные существования. Да, и это очевидно именно то, что имеется в виду под благословением в книге «Бытия», например, да, в тадахических текстах. Ну что означает, что працы благословлены? И все получается, да, было 5 коров, а стало 100 овец, да. Как это было? Непонятно, как получается. Вот у Лавана, например, не получалось, а пришел к нему Яков, и все у него стало, да, там, да. Да, да, именно так. И вопрос, который ставит Шолом Довбер, это именно вопрос о коде. Вопрос, который ставит Шолом Довбер, это именно вопрос о коде благословения. О том, как это вообще работает. Может ли быть произведена некоторая кодификация вот этих вот способов переключения ситуации. Это главный вопрос и вот этого текста «Пода бы шалом», и в целом, я думаю, всего этого континуума, всего этого текста под названием «Мшах». И именно об этом вопросе, оказывается, и хотел поговорить. Ну, мы о нем и говорим. Но да, я все-таки закончу какое-то краткое изложение тех стадий трансгрессии, тех видов переключения, которые предлагает Шолом Довбер. Да. Ну, в конечном итоге получается, да. Ну да, и тут ему опять приходится двигаться, потому что читать вся эту историю с Иосифом, с голодом и так далее. Да, есть метражка такой, да, что ты, Яков хотел, да, сидеть в покое.
Так вот, да, можно сказать, это важный момент, если я правильно понимаю ваше возражение, можно сказать, что да, это в принципе всегда отдано на волю какому-то... Ну вот есть просто человек такой, Авраам, он это умеет. Или есть такой человек, Яков, он это умеет. Мне кажется важным в этом подходе Шолом Довбера именно попытка вывести вот всю эту область вопроса о переключении ситуации из-под власти вот этого волюнтаристски субъективного, из-под власти такого, да, просто человеческого начала. То есть Шолом Довбер предполагает, что существует некоторая возможность кодификации различных типов благословений. Кодификация, которая может быть объективирована, которая не предполагает связанности неразрывной, нераздельности с той или иной личностью. Да? Просто вот у него есть эта харизма, и он это может. А у другого нет, он не может, ничего ты не сделаешь. Мне представляется, что интерес этого текста именно в том, что Шолом Довбер пытается разработать, как я уже сказал, да, определенную политическую экономию, определенную методологию того, каким образом вот эти вот переключения могут совершаться. И Шолом Довбер прежде всего разделяет два разных типа благословений. Да, то есть, с одной стороны, это такое первое разделение второй ступени. Было подразделение молитва благословения. Внутри самого благословения выясняется, что есть две ступени. Одна ступень — это то, что Шолом Довбер называет восполнением недостатка. Это благословение, не изменяющее в корне саму ситуацию, но интенсифицирующее те силы, те резервы, которые в ней и так присутствуют. Да, то есть какие-то вещи, которые изначальным распределением сил предполагаются, но эти силы они не до конца реализуются. Да, есть нечто, что того или иного человека, например, определяет, но это то, что его определяет, не проявляется в достаточную силу, потому что у него на пути стоят какие-то препятствия. И первое из благословений, это первое из типа благословения, это благословение, восполняющее недостаточно. Да, то есть этот тип благословения, он имеет дело с некоторым отсутствующим присутствием, с восполнением того, чего не хватает. Поэтому Шолом Довбер его связывает с понятием милостыни, цдака. Милостыни, он ссылается на Рамбама, на закон о милостыни. Милостыни, возможно, по отношению к бедным, но не по отношению к богатым. Потому что бедному можно дать то, чего ему не хватает. Богатому дать ничего нельзя. И Шолом Довбер связывает подобного рода размыкание ситуации с тем способом присутствия абсолютного, которое предполагается учением о цимцуме, то есть о некотором изначальном самоизвлечении божественного света из творения. Поскольку цимцум предполагает присутствие абсолюта именно в модусе вот этого вот изъятия того, что когда-то было. И, соответственно, то переключение, которое предполагается этим первым типом благословения, оно происходит благодаря имению дела с этим вот типом абсолютного. С абсолютом как с тем, что себя изымает, с абсолютом как тем, что отступает, как тем, что исчезает. Да, при этом важно, что необходимо зафиксировать именно сам этот момент отступления. Да, необходимо иметь дело именно с вот этой вот ситуацией, когда абсолют раскрывает себя именно как то, что себя закрывает. С этим самым раскрытием закрытия. Именно это раскрытие-закрытие, да, например, это такая постоянно хайдеггеровская тема того, что да, бытие оно всегда дано как то, что постоянно отступает, и только в этой серии скрывающих себя отсылок оно и может себя проявить. Такое вот скрывающее раскрытие, контакт с такого рода абсолютом, привлечение такого рода абсолюта в реальность, это и есть первый тип благословения. Но, говорит Шолом Довбер, на самом деле это низший тип благословения. Бывает другой тип благословения, который связан не с отсутствующим присутствием, не с раскрытием сокрытого. Да, то есть не со скрытием некоторых потенциальных резервов, которые в данной ситуации присутствуют, но в ней не раскрываются, а с изменением самой ситуации. То есть с изменением порядка ситуации, порядка бытия, порядка того, что Шолом Довбер называет «седер штельшелут».
Да, это можно, наверное, перевести как порядок цепи в некотором смысле, да? Порядок цепной реакции. Есть некоторое начало, которое всегда отсутствует, и которое дает толчок определенной цепной реакции. Эта цепная реакция определяет все, что происходит в ситуации. Можно интенсифицировать эту цепную реакцию, вернувшись к этому всегда отсутствующему началу. И это первый тип благословения. А можно выйти вообще за пределы этой цепной реакции. Можно с помощью благословения изменить вот этот вот ход цепляющихся друг за друга событий, которые определяют эту ситуацию, в которой мы находимся. И в таком случае речь идет уже не об абсолюте, как некотором отсутствующем присутствии, являющемся началом вот этого вот движения. Речь идет о привлечении в ситуацию абсолюта как избытка. Абсолюта как некоторая избыточность. И эту избыточность Шолом Довбер характеризует с помощью обращения к другому понятию. Да, если в первом случае речь шла о понятии цдака, то есть милостыня, которая возможна только по отношению к бедному, то во втором случае речь идет о понятии хесед, благодеяния, которое возможно по отношению к кому угодно, в том числе и к богатым. Да, и Шолом Довбер особенно интересует возможность этого проявления благодеяния по отношению не к тому, у кого чего-то нет, а по отношению к тому, у кого вроде бы все есть. Да, то есть не в исполнении некоторого недостатка, а перемена, осуществляющаяся с тем, кто вроде бы никакой недостаточности не ощущает. И... Ну да, бывает, конечно, по-разному, но Довбер именно пытается классифицировать это по-разному. Да, то есть бывает изменение ситуации, связанное с возмещением того, что в ней отсутствует. И это, собственно, не изменение ситуации, это некоторое ее восполнение. Да. В этом случае мы всегда имеем дело с некоторым давящим на нас, на самом деле, началом, которое вроде бы было, и его сейчас нету, а мы должны его сделать снова присутствующим. Да, то есть в некотором смысле, хотя здесь речь идет уже не о невротической ситуации молитвы, а о ситуации, когда мы сами распоряжаемся вот этим вот изменяющимся ситуацию фактором, оно все же в достаточной степени невротизировано. Потому что мы постоянно имеем дело с вот этим вот давлением того, что было и чего теперь нет. И все изменение ситуации связано с постоянным обращением к этому вот ресурсу «было и нет». Мы все время с ним пытаемся иметь дело, мы все время пытаемся его каким-то образом вернуть, и мы все время пытаемся привести ситуацию в состояние адекватности с этим вот ее отсутствующим началом. А другое изменение, следующее, о котором говорит Шолом Довбер, оно связано с выходом за границы как раз вот этого вот «было и нет». Оно связано со способностью избавиться от груза вот этого постоянно преследующего ситуацию отсутствующего начала. То есть произвести некоторый сдвиг в самой вот этой вот отсутствующей точке, которая детерминирует ситуацию и делает ее такой, а не другой. Но в этой... Да, я сейчас на самом деле скажу более или менее коротко о тех двух или трех способах, с помощью которых Шолом Довбер описывает это изменение. Но прежде всего, я думаю, я опишу следующую стадию вот этого вот раздвоения второй ступени, которая происходит у Шолом Довбера. Потому что выясняется, что и эта вторая стадия, а именно стадия избыточности, она тоже возможна в двух вариантах. Да, она возможна в двух вариантах, которые Шолом Довбер пытается описать, и это, собственно, является главным моментом в его рассуждении. То есть избыток бывает двух видов. Один из этих видов избытка характеризуется Шолом Довбером с помощью обращения к ситуации исторической, ситуации царя Слободы и построенного им храмом. А другой указывает на некоторое мессианское, еще не наступившее будущее. И прежде всего эти два вида избыточности характеризуются Шолом Довбером как, с одной стороны, проявление абсолюта в виде «кох амашпия банишпа», то есть сила
оказывающего влияния в том, на что он оказывает влияние. Да, то есть это некоторое восприятие дара. Это некоторое восприятие абсолюта все еще как не данного, но при этом не данного положительного. В отличие от предыдущей ступени, в которой абсолют дан как неданное, и это неданное постоянно ускользает, здесь абсолют дан как неданное, но его неданность проявляется в некотором постоянном переливании через край. Да, и вот это вот переливание через край есть способ, которым абсолют присутствует в имманенте. Если в предыдущей ситуации абсолют присутствует имманентом, постоянно в нем проделывает дыру, если да, совсем просто это сформулировать в виде какой-то наглядной модели. И благословение заключается в обращении к силе этой дыры, к силе воронки. Да, есть некоторая воронка, которая находится посредине ситуации. Эта воронка на самом деле источник всех сил, которые в этой ситуации есть. Все, что есть в ситуации, черпает свою силу из вот этой вот, да, постоянной себя продырявливающей дыры. И благословение первого типа — это контакт, установление контакта между ситуацией и вот этой вот находящейся в ее основе безосновностью, как сказал бы Хайдеггер, находящейся в ее основе себя постоянно пробуривающей скважины. А второй тип благословения — это превращение этой себя продырявливающей дыры и себя пробуривающей скважины в переливающуюся через край избыточность. Но существенно, что и в том, и в другом случае речь идет о том, что в ситуации присутствует нечто, выходящее за ее предел. Да, только в первом случае этот выход за пределы осуществляется негативно, как некоторое подрывание основы ситуации. А во втором случае выход за пределы осуществляется позитивно, как новое, да, как постоянно появляющееся непредвиденно, неожиданно. И это и есть то, что Шолом Довбер описывает как влияние во влияющем. Да, то есть это некоторое постоянное вливание, да, шефа. Это некоторое, да, вот рог изобилия, из которого все время что-то такое изобилие. Да. Вторая ситуация — это ситуация изобилия, и перекодирование ситуации с помощью вот этого второго типа благословения — это перекодирование с помощью изобилия. Но есть третий тип. Точнее, есть подразделение внутри этого второго типа. И в отличие от первого типа избытка, который определяется через изобилие, второй определяется как коах апоэль бенефаль, сила действующего в производимом, сила действующего в задействуемом. И это, несомненно, самая любопытная ступень того, что ступень из тех, на которые указывает Шолом Довбер. Собственно, моей основной целью, моей основной задачей было бы, по-видимому, разобраться с вот этой вот третьей ступенью. Да, и про эту третью ступень Шолом Довбер говорит, помимо прочего, очень любопытную вещь, что непосредственно связано с материалистическим характером этой мысли. Шолом Довбер говорит, что в этой третьей ситуации «Агашмиют ацмана эфехет лаэлухут» — само материальное превращается в божество. Иными словами, никакой избыточности уже нет. Или она есть, но она не заключается в выходе за какие-то пределы. Она не заключается в каком-то переполнении. Сам материальный мир по себе, без того, чтобы в него вторгалось нечто, без того, чтобы в нем производились какие-то шокирующие изменения, без того, чтобы постоянно, да, его основы каким-то образом стрясались, он, тем не менее, превращается в абсолют. И мне представляется наиболее любопытным вопросом является вопрос о том, как вообще это возможно, да, собственно, что происходит, почему этот мир — это необычный мир, что раскрывается в этом мире, что делает возможным подобного рода раскрывающее перекодирование, которое не апеллирует никакой избыточности, которое не апеллирует никакому выходу за край. Ну, я сейчас вот очень коротко пытаюсь как раз это описать. То есть, да, я подытожу, чтобы было более ясно. Есть различие между молитвой и благословением. Молитва — это невротическая ситуация обращения ко взрослому. Благословение — это самостоятельное распоряжение трансформации. Внутри благословения есть различие между благословением, не изменяющим порядок ситуации, и имеющим дело с тем отсутствующим, которое надо сделать наличествующим, и благословением, изменяющим порядок ситуации, то есть благословением избыточным.
наконец, внутри самого избыточного благословения есть различия между вот этими вот двумя типами избытка. Один из них обозначается как «коха шефа шеля в башпе банишпа» — изобилие дающего в принимающем. Да, и это предполагает некоторую экономику даром. Некоторую экономику младенца, сосущего грудь матери, на самом деле, например, да, такого постоянно, да, какого-то неиссякаемого потока. И второй тип отношений, который обозначается как сила действующего в задействованном. И этот второй тип избытка определяется Шолом Довбером как состояние, когда материальное само становится божественным. Да, материальное превращается в абсолютно. Я бы остановился на двух, пожалуй, характеристиках этих внутренних подразделений избытка для того, чтобы составить представление о том, на что, как мне представляется, Шолом Довбер пытается указать, проводя это внутреннее подразделение, да, создавая эту аналитику избытка. Один из них связан с ситуацией политической, с проблемой врага. Другой из них связан с ситуацией сексуальной и с проблемой женской сексуальности. Но, прежде всего, вообще, всю эту аналитику избытка Шолом Довбер действительно разворачивает как некоторую политическую экономию. Почему? Потому что с самого начала Шолом Довбер описывает вот эту вот ситуацию благословения второго типа, благословения избыточного, как ситуацию того, кто называется хасидом. Да, это, безусловно, связано, поэтому этот текст является одним из центральных хабада, потому что, да, там определяется, собственно, кто такой хасид. А хасид определяется Довбером, хасид — тот, кто может распоряжаться благословением второго типа. И хасид — это тот, кто, и Шолом Довбер использует мидраш, тот, кто митхасед им коно, тот, кто творит милость, да, хасед — это милость, благодеяние по отношению к своему владельцу, не по отношению к своему владыке. И Шолом Довбер говорит, что, собственно, кто такой этот владыка? Это на самом деле Бог. Но Бог в состоянии уменьшенности. Бог как парцуф зейранпин, то есть то, как абсолютное проявляется в мире. Проблема в том, что то, как абсолютное проявляется в мире, без даже того, чтобы оно извлекалось, без того, чтобы оно отсутствовало, изначально это стихийное проявление абсолютного мира, оно находится в состоянии некоторой неадекватности. Поэтому он и называется зейранпин, то есть малый лик. Но Шолом Довбер, он задается вопросом, а почему, собственно, здесь речь идет о владыке или о владеющем? Шолом Довбер говорит, потому что, в принципе, весь мир ацилут, все вот это вот, да, вся эта область наивысшего проявления божественного, она изначально связана с отношениями собственности, с отношениями миновой торговли. Потому что, говорит Шолом Довбер, мир ацилут, да, это первый мир, в котором проявляется абсолютно в процессе своего раскрытия в творении, это мир переменная собственность. Это мир, в котором божественное выходит из каких-то высших сфер для того, чтобы переместиться в низшие миры. Поэтому Бог, который существует в этом мире, он и называется владелец или владеющий. Поскольку Бог в этом мире определяется как тот, кто владеет вот этой вот собственностью, от кого она переходит к миру. И, соответственно, действие, осуществляемое тем хасидом, о котором идет речь, это действие, направленное на эти отношения собственности. И с этими отношениями собственности хасид совершает некоторую трансформацию. Да, благословение, которое осуществляется, которое описывает Шолом Довбер, оно изменяет отношение собственности, и оно изменяет существование Бога как собственника. И в этом изменении есть вот эти вот два аспекта. Эти два аспекта, как я сказал, с одной стороны, связаны с отношением между божественным и тем, что ему противостоит,
И вообще с отношением к врагу, с отношением к силам внешне. А с другой стороны, с отношением к женской сексуальности. Но прежде всего про врага. Да, как я сказал, характеризуя вот этот вот первый модус избыточного благословения, Шонендорф Берр обращается к историческому примеру, а именно к эпохе царствования царя Соломона. И Шонендорф Берр говорит, что эта эпоха, этот период характеризуется тем, что враги уничтожали сами собой. В отличие от ситуации со скинией Завета в пустыне, когда было необходимо ее перемещать по всяким областям внешнего, по пустыне, в которой там скорпионы, змеи и вообще всякие вот эти вот, да, противостоящие святости силы, для того, чтобы скиния их умерщвляла. В состоянии царства Соломона не нужно никуда идти. Храм находится в Иерусалиме, а враги уничтожаются сами собой. Да, эпоха Соломона, она, в принципе, традиционно и в Мидрашах определяется как эпоха мира. Да, ну и, собственно, сам Соломон, его имя означает мир. Поэтому эта ситуация избыточности второго типа, она определяется в некотором смысле как ситуация не войны. Или как ситуация такой войны, в которой враги уничтожаются сами. Но, говорит Шонендорф Берр, на самом деле враги уничтожаются не полностью. Что, собственно, происходит в этой ситуации Соломона, в ситуации с храмом, находящимся в Иерусалиме? У сил внешнего действительно нет возможности удерживать те искры святости, которые внутри них находятся. Искры святости проясняются. И враги не могут противостоять Богу. Враги не могут противостоять Абсолюту. Но враги остаются врагами. Они никуда не деваются. Они просто не могут сопротивляться. Они лишаются той силы противостояния Божественному, которая у них была. В отличие от этого, в ситуации второго типа избыточности, в ситуации, когда само материальное превращается в Божественное, происходит трансформация сил внешнего как таковых. Не только искры святости, которые содержались в вот в этих вот внешних оболочках, оказываются исправленными, но и сами эти оболочки оказываются присоединенными к силам святости. Да, то есть не просто у сил контрреволюции нет возможности противостоять революции. Те сами силы контрреволюции, да, на самом деле даже не совсем точно. Потому что на втором этапе тоже можно сказать, что да, то положительное, то революционное, что было в этих силах контрреволюции, оно присоединяется к революции, да, там империалистическая война превращается в гражданскую. Но когда империалистическая война превращается в гражданскую, то есть, да, противостоящая сила оказывается расколотой, выясняется, что у нее есть положительная революционная составляющая, которая может присоединиться к революционным массам. Всегда остается вопрос, а что делать с, собственно, контрреволюционной составляющей? Она же там осталась. Да, она больше не может действовать. Она лишена той способности эксплуатировать, подчинять себе революционные силы, которая у нее была раньше. Но она ведь осталась на месте. С ней ничего не произошло. И то размыкание ситуации, о котором идет речь в третьем модусе или во втором модусе избыточности, оно предполагает возможность не просто замкнуть ситуацию, преодолеть сопротивление сил внешнего, прояснив их и прояснив, что в них есть адекватного, но дает возможность также решить вопрос, а что делать с тем неадекватным, который там все-таки остается. А это всегда очень существенный вопрос. Да, вопрос о неадекватности, который все-таки остается. Пусть даже в прошлом. Да, возможно, ее в настоящем не осталось, но в прошлом-то она все равно была. До того, как оно прояснилось. Да? То есть да, мы можем сказать, если говорить об этом в рамках такой лурианской теории перевоплощения, несколько модифицированной, что да, у нас были отношения с этим человеком, а теперь у нас какие-то, да, то есть люди выстраиваются в серии,
у нас теперь другие отношения, и в них то адекватное, что было в тех отношениях, оно на самом деле прояснилось, и поэтому, да, в принципе, нас эти прошлые отношения уже ничем не связывают, ничем не удерживают, они для нас не релевант. Но остается же этот человек, да, пусть во всей его вне релевантности и неадекватности, а что с ним делать? И третий тип размыкания, да, второй тип размыкания — это когда мы можем сказать, вот, да, у нас теперь это все прояснилось, потому что, да, на смену тому человеку пришел какой-то другой человек, и мы можем теперь, да, адекватно реализовать то, что не реализовывалось адекватно тогда. По какому-то расколу, который произошел, по какому-то объединению сил. Третий тип размыкания, он, в принципе, должен снять вот этот вопрос. Да, что делать с тем? И даже, допустим, человека не осталось по тем или иным причинам. Да, может быть, он не представляет проблему, может быть, он, да, там... Но все равно осталось прошлое, в котором это было неадекватно. Остался некоторый груз вот этой вот памяти, который продолжает существовать, а неадекватность. И в историческом масштабе. Это, я думаю, близко к той проблеме, которую ставит Миясу, говоря о спектральной дилемме. Даже если в настоящем все благополучно, существует история несправедливости, существует история угнетения, которые никуда не деваются. И в некотором смысле, да, можно сказать, что победа революции, это такая бенемельская постановка вопроса, да, победа революции в настоящий момент, она ретроактивно видоизменяет историю, она дает всем угнетенным на протяжении истории возможность искупления. Но все равно сам факт этого угнетения остается и никуда не девается. Но в том-то и дело, что это... А как? Да? Но это действительно то, что происходит на второй ступени прояснения, но мне кажется, что тут остается вот эта вот нерешенная проблема, именно про нее шел нам до Берегвейта. Нерешенная проблема, которая связана с тем, что был же момент, когда было неясно, что она царевна. Был же момент, когда она была лягушкой. И теперь все счастливо разрешилось, но лягушка-то не разрешилась. Выяснилось, что ничего кроме царевны не было. Да? Вот, но... Если это было заблуждение, то, во-первых, на самом деле непонятно, что разрешилось. То есть выясняется, что ничего толком и не было. И это примерно та проблема, которую Маркс ставит в своей ранней критике Гегеля, когда он говорит, что, собственно, это работа духа над ошибками, его выход за пределы себя у Гегеля оказывается просто иллюзией. И поэтому оказывается, что ничего не было, что никакого возвращения не произошло. Но да, что все было хорошо с самого начала, но... Поэтому, собственно, и прояснения никакого не было, поэтому не было никакого снятия, поэтому нет никакой негативности. Но была иллюзия, да, да. Но даже если... Да. Но даже если это была иллюзия, то все равно был же момент, когда этой иллюзией была власть. Был же момент, когда наоборот, ничего кроме этой власти не было. И вот этот вот момент власти иллюзии, он остается непроясненным. Он остается... Это существенно, на самом деле. Да, может показаться, ну подумаешь, мы же знаем, на самом деле, что это так не работает. Почему? Потому что на самом деле не была иллюзия. В некотором смысле мы понимаем, что даже если это была иллюзия, это была хорошо обоснованная иллюзия, как выражался Лейбниц. Эта иллюзия была сила. И эта сила никуда не делась. То есть для того, чтобы действительно произвести размыкание этой проблемы, необходимо... А почему, да, само материальное превращается в абсолютное? Необходимо, чтобы исправление ситуации, ее размыкание произошло не потому, что царевна всегда, лягушка всегда была царевной, а потому что в самой лягушке присутствует абсолютное, а не только в царевне. Да, в некотором смысле абсолютное присутствует. А как? Да, как оно присутствует? И это, конечно, самый важный вопрос. И он непосредственно связан с выходом за пределы всей вот этой вот экономики монетного невозможного, которое Шолом Довбер, как мне представляется, тут совершает. Поскольку в лягушке присутствует абсолютное, в некотором смысле точно так же, как в царевне, поскольку абсолютное вообще в этом вот третьем модусе благословения существует как то, что Шолом Довбер называет силой соединения. Да, здесь речь идет уже не об избыточности в смысле переливания через край,
И вообще, на самом деле, не об избыточности. Хотя здесь у Шолом Довбера сохраняется некоторая амбивалентность. Здесь речь идет о том, что абсолют проявляется как сила соединения. Мы сейчас как раз сразу перейдем к этому вопросу о силе соединения. Но я обещал еще про женскую сексуальность сказать. Да, это второй аспект, которым, да, с одной стороны, это вот это вот взаимоотношение с врагами, и вот вся эта проблема снятия сил внешнего, с одной стороны, благодаря тому, что из них извлекается какое-то внутреннее ядро, а с другой стороны, потому что они каким-то образом переключаются в самом своем существовании. Не потому что в них есть какие-то искры святости, а потому что само их существование является местом наличия абсолютно. Да, и это связывается... Шолом Довбером с двумя модусами оборачивания лица к лицу, с двумя модусами притяжения света абсолютного, как он это называет, в женское начало, в нукву, с двумя способами женской сексуализации реальности. А оба этих модуса переключения, второй и третий, которые видоизменяют саму ситуацию, связываются у Шолом Довбера с оборачиванием друг к другу двух составляющих божественного начала, мужской и женской, которые обычно в стихийной данной ситуации обернуты друг другу в спина к спине. Мало того, женское начало еще и ниже ростом, она не самостоятельна, и она нуква, то есть женское начало, она ниже, да. Вся содержится только в области генитального, да, говоря просто. Она начинается с уровня груди и в основном сосредоточена в области трех нижних сферот, которые связываются с уровнем генитального. То размыкающее прояснение, о котором говорит Шолом Довбер, связано с процессом, в котором это женская составляющая божества. С одной стороны, отпиливается сзади, да, то есть происходит некоторое разъединение, поворачивается к мужской составляющей лицом к лицу. С другой стороны, увеличивается ее рост. Она становится того же роста, что и мужская составляющая. Ну, то есть это некоторое обретение независимости женщины, обретение независимости женской сексуальности. Но этого обретения независимости тоже есть две разные стадии. Именно эти две разные стадии различают второй и третий тип благословения. То есть, да, вот это внутреннее подразделение в благословении, трансформирующем ситуацию. Шолом Довбер говорит, что в обоих случаях происходит проникновение абсолютного в область женского генитального, то есть в сферу Малхут, парцуфа нуква, женского парцуфа. А сфера Малхут — это сфера, обычно отождествляющаяся с женской генитальностью. Но различие заключается в том, что в случае первого переключения, первого трансформирующего реальность благословения, свет абсолюта проникает в сферу Малхут. Я, да, опишу это сейчас в тех технических терминах, которых это описывает Шолом Довбер. Сферу Малхут, поскольку она включена в сферу Исот. Сферу Исот, которая обычно отождествляется с мужской генитальностью и непосредственно с фалосом. То есть в первой ситуации, в ситуации вот этого вот избыточного благословения, происходит некоторая абсолютизация женской сексуальности, но это в некотором смысле остается женская сексуальность для мужской сексуальности. Женская сексуальность, как она включена в мужскую сексуальность? Женская сексуальность с точки зрения фаллического. А вот в третьей ситуации, при третьем типе переключения, свет абсолюта, свет бесконечного, проникает в сферу Малхут, парцуфа нуква. То есть, да, и он проникает в сферу саму по себе, а не так, как она включена в сферу Исот. То есть он проникает в область женского генитального не для мужского, а в область женского генитального самого по себе, самостоятельно. И это проявляется в том, что женское и мужское, женская и мужская составляющая божества не только становятся равными ростом, но и получают независимое обеспечение. Потому что в случае второго благословения
женская составляющая все еще остается зависимой от мужской своей жизни, сильно, от своего программного обеспечения, которое получает абсолютно. Она получает то, что она получает через мужское начало. В третьем случае женское начало остается полностью автономным. Да, то есть происходит, во-первых, полная абсолютизация в области женского генитального. Это делает возможным полную автономность женского начала. И это является условием ситуации тотальной трансформации сил внешне. Да, превращение, не просто превращение лягушки в царевну, а абсолютизация лягушки как таковой. Что есть? Ну а где там? В смысле, что это коаха поэль бенефаль? Это любопытный момент. И вопрос, на самом деле, насколько эта формулировка... Я говорил, да, о некоторой двойственности, которая сохраняется. Да, то есть сила действующего в задействованном предполагает наличие активного и пассивного. Поэтому я думаю, что тут нужно перейти к той окончательной характеристике вот этого вот третьего типа переключения, которую дает Шоном Довбер. Это характеристика этой области как области действия силы соединения. Но про силу соединения Шоном Довбер говорит достаточно любопытную вещь. Он говорит... Может быть, даже поскольку у нас есть, наверное, некоторое время, зачитаю и переведу это. Не теми же. Не. Как раз не Парцов. Шоном Довбер говорит о том, что есть некоторая особая сила, которая связана с способностью к формулировке и произнесению слов. А Шоном Довбер говорит, что одно и то же содержание может быть выражено различными способами. И, соответственно, способ выражения содержания не является непосредственной функцией самого содержания. А это некоторая отдельная автономная сила. И именно эту отдельную автономную силу Шоном Довбер называет силой соединения. А Шоном Довбер говорит, поэтому, например, ребенок, который, в общем-то, понимает разные про вещи, он, тем не менее, не может облачить это понимание, понимаемое им, в буквы, потому что нет у него силы соединять и облачать. И выражать понимаемое им в связи слов. Да, тут я возвращаюсь к тебе континуальности, к тебе некоторой продолжительности. А это потому, что нет у него еще раскрытия высшей силы, которая соединяет. И это становится возможным только с ходом лет, только в процессе его взросления. И точно так же говорит Шоном Довбер и у взрослого. Когда, например, учитель хочет чему-то обучить ученика, не может он передать ему, да, и тут употребляется как слово «лашпия», понимаемый им или свой разум в той форме, в которой он находится у него, в тех соединениях букв, в которых он им обладает. Потому что разум ученика менее мощен, чем разум учителя. И не может он принять то, чему обучает его учитель, в той форме, в которой оно присутствует у учителя. И поэтому должен учитель облачать и сжимать свой разум или понимаемое им в других сочетаниях букв в соответствии с тем, что из себя представляет понимание ученика. И, как мы видим непосредственно и можем убедиться на своем собственном опыте, в том, что всякая попытка передать что-то другому приводит к тому, что мы должны изменять сочетание букв по отношению к тому, как мы это понимаем сами.
Да, тут, то есть тут на самом деле очень любопытный момент. Это совершенно, как мне кажется, такой феноменологический момент. Да, это некоторая такая странная феноменологическая герменевтическая область, которая здесь в Шалом Довбер затрагивает. Да, Шалом Довбер говорит, да, это может быть некоторая прагматика, но это на самом деле не просто прагматика, потому что Шалом Довбер этой прагматике приписывает здесь онтологическое, причем высшее онтологическое значение. Да, Шалом Довбер говорит, собственно, что мы понимаем что-то. И мы понимаем это что-то определенным образом. Но мы никогда, то есть ситуация, она всегда такова, что для того, чтобы передать кому-то это что-то, которое мы понимаем, мы должны его каким-то образом трансформировать. Мы должны его видоизменить. Мы должны в некотором... А что мы должны для этого сделать? Мы должны, на самом деле, отвлечься. И Шон Дубер, он постоянно тут подчеркивает различие между этой силой и, собственно, семантикой. Различие между этой силой и содержанием. Если мы будем думать о содержании, мы не сможем передать того, что мы думаем, другому человеку. Мы должны отвлечься от содержания того, что мы думаем, и дать действовать тому, что Шолом Довбер называет здесь силой соединения. Это то, что не может сделать ребенок. Да, в некотором смысле проблема ребенка не в том, что он слишком мало понимает. Ребенка в том, что он слишком понимает. Он слишком привязан к содержаниям, поэтому он не может от них в некотором смысле отступить в сторону и дать действовать вот этой вот излагающей силе, которая нужна для того, чтобы передать содержание тем, с кем он хочет говорить, тем, с кем он имеет дело. Да, то есть я могу, например, сейчас, когда я пытаюсь передать общий смысл спекулятивной теологии Довбера, я могу сделать две вещи. Я могу пытаться думать о том, что, собственно, говорил Довбер. Я могу думать о том, что я понимал про то, что говорил Довбер еще сегодня, например, да, там 2 или 3 часа назад, или вчера, или там 7, или 8, или 10 лет назад, когда я впервые это читал. Но поскольку я сохраняю эту привязанность к смыслу, и поскольку я пытаюсь погрузиться в этот смысл, и поскольку я пытаюсь все дальше и дальше идти в его избыточности, я на самом деле остаюсь связанным. Я не могу этого передать. В какой момент я оказываюсь способным к передаче действительной того, о чем идет речь? Я оказываюсь способным к передаче, если я в некотором смысле вообще перестаю думать о смысле. Если я позволяю действовать себе тому, что Шолом Довбер называет силой соединения, то есть силой, которая заставляет меня сказать то, что нужно сказать именно в данный момент. И так, как его нужно сказать в данный момент. Да, Шолом Довбер связывает это с определенными прагматическими моментами, да, с тем, что я думаю, да, тут вот есть такая определенная аудитория, есть ученик такой-то и такой-то, что я должен сделать для того, чтобы ему это было понятно. Но, как мне кажется, в дальнейшем у него это приобретает и несколько более... Да, сам факт онтологизации этого начала указывает на то, что это не просто прагматические соображения, а это вообще некоторая, да, тактика. Это понимание того, что нужно делать здесь и сейчас. Но это некоторая последовательность того, что нужно делать здесь и сейчас. Да, но я, может быть, еще немного продолжу. Да, и Шолом Довбер говорит дальше, и эта сила соединения, это более высокая сила. Ее источник более высок, чем сила самого понимания, чем, собственно, да, семантика. И это причина того, что не всякий, кто понимает что-то сам, может передать это другому. Потому что даже если он что-то и понимает сам, он часто не может это передать другому, потому что нет у него вот этих вот букв и соединений, с помощью которых можно передать понимание, понимаемое им другому. И это связано с тем, и это существенный момент, что соединение букв, их источник в изначальной материальной силе разума, коха хиюлида сехер, которая является более внутренней и более высокой, чем понимание. И исток его в самости души, а не во всяких... Что? А не в чем? Ну, смотря что такое мозг. Но тут, мне кажется, что на самом деле Шолом Довбер здесь затрагивает ту же проблему, которую Миясу, например, постоянно ставит,
в частности, в своих рассуждениях о знаке лишь одном смысле, или в своих рассуждениях о поэме Малларме. И Миасу говорит, что да, Миасу там утверждает, неважно, да, что поэма Малларме зашифрована в число 707. И он тогда задается вопросом, зачем, собственно, делать. Это вроде бы противостоит тому, что должен делать поэт. Он должен не зашифровывать числа, да, он должен как-то там впечатлять, да, эффект производить. И тогда Миасу говорит, что на самом деле как раз нет. Это есть непосредственная функция поэзии. Почему? И он обращается к идее, собственно, и Кобсона. Правда, он, кажется, его не упоминает. Про поэтическую функцию языка. А именно про то, что в обычном употреблении языка, в обычном употреблении слова мы остаемся совершенно равнодушными к его материальной основе. Да, и здесь Шолом Дубер тоже говорит о материальной основе разума. А именно к тому факту, что предложение состоит из такого-то количества слов. И у этих слов есть такие-то фонетические характеристики, что в них столько-то и столько-то слогов, или что они оканчиваются на такие-то и такие-то созвучия. А что, собственно, определяет поэтическое использование языка? Поэтическое использование языка определяет проекция, да, там, как это называет и Кобсон, оси селекции. Да, именно так. Да, то есть определяет то, что то, почему одно слово следует за другим, предписывается не семантикой и не прагматикой, на самом деле, да, не какими-то внешними по отношению к слову соображениям, предписывается исключительно внутренним составом самих слов. То есть, да, это слово находится здесь, потому что в нем два слога. Или оно находится здесь, потому что оно оканчивается на вот такое вот созвучие. И мне представляется, что сам Миасу пытается эту же проблему поставить в более расширенном виде, когда он говорит о знаке, лишенном смыслом. Да, то есть он пытается говорить о некоторой сверхзнаковости, присутствующей в знаке, о сверхсемантичности, присутствующей в знаке и являющейся основой знака как такового. Мне представляется, что здесь Шолом Дубер описывает сходную проблему. Это проблема, связанная с, скажем так, с некоторой тактикой соединения слов и тактикой соединения действий. Да, поскольку это самая коахацируф, которую он здесь описывает, то есть сила соединения, она соединяет, конечно, буквы, но, с другой стороны, она не в меньшей степени соединяет и действие. Да, она вообще действует на некотором уровне, который первичен по отношению к семантическому и прагматическому, семантическому и практическому. Тут я, на самом деле, я обещал вернуться к Ленину. Я возвращаюсь к Ленину, к тому, как это вообще все связано с этой проблемой истории успеха и так далее. Поскольку я думаю, что специфическим ленинским умением было именно умение соединять буквы. Причем в двух различных смыслах. С одной стороны, это умение излагать сложные идеи так, чтобы они были поняты массами, без того, чтобы это наносило ущерб их сложности, да, умение говорить то, что нужно в этих обстоятельствах для этой аудитории, исследовать вот этому вот, да, движению, пониманию того, что должно быть сказано именно сейчас. А с другой стороны, умение действовать так, как нужно действовать именно в данных обстоятельствах, в отрыве от семантики. Да, то, что Жижик, например, постоянно говорит, говоря о Ленине, в общем-то, в этом, я думаю, он прав. Да, то ленинское умение — это умение понимать, что да, вот сейчас возможно совершить революцию, действовать так и так. Неважно, что это противоречит каким-то теоретическим посылкам ортодоксального марксизма, потому что не может сейчас быть никакой пролетарской революция, да, но есть вот эта вот последовательность действий, последовательность слов. Это и есть история успеха. Да, и эту историю успеха, эту способность к соединению букв и к соединению действий Шолом Дубер описывает как наивысшую форму, в которой мы можем познавать абсолют. Да, это, собственно, основная идея всего вот этого вот континуума. И, я думаю, это основная идея также этого отрывка, о котором мы сегодня говорили. Собственно, да, сейчас еще секунду закончим, тогда сможем перейти к вопросам и обсуждению. Да, то есть, собственно, вот этот вот третий тип переключения, который характеризуется, с одной стороны, политически, как, да, вот это вот тотальное переключение врагов, и не просто превращение империалистической войны в гражданскую, а такое социалистическое строительство, которое все контрреволюционные элементы вовлекают, в том числе и из прошлого. Да? То есть оно даже прошлое вовлекает в дело социалистического строительства.
И не то, что выясняется, что никаких лягушек не было, а выясняется, что эти лягушки, они и есть то, что строит вот это модифицированное настоящее. Это переключение, оно возможно именно благодаря контакту с абсолютом, привлечению абсолюта в модусе соединяющей силы. То есть важны не лягушки и не царевны. Важно то, что их соединяет. Важно то, что заставляет лягушку следовать за царевной, а царевну следовать за лягушкой. Это, собственно, тот вопрос, который Гегель с самого начала ставит как основной вопрос диалектики. Да, важно не что происходит в той или иной фигуре сознания. Важен тот, как выражается Гегель, ритм, который заставляет одну фигуру сознания сменять другую. Важно то, что та сила соединения, из-за которой одна фигура сознания следует за другой. Это и есть, на самом деле, то абсолютное знание, постижение которого делается, возможно, в конце истории, в отличие от внутриисторического знания, которое всегда проваливается в одну из фигур и существует внутри нее. И мне представляется, что главным и важнейшим прорывом, который осуществляется в этом тексте, является прорыв, переходящий от различных фигур имманентного невозможного, да, то есть вот это вот присутствие абсолюта как того, что дано, будучи не дано, и неважно, каким именно образом осуществляется и реализуется это не дано, как отрицательное ускользание, пробуривание, продырявливание дыры, или как положительное изобилие, изобилующее над изобилием, да, дар, который превосходит дар. Все этой логики и в ее отрицательном, и в ее положительном аспекте трансформация ее вот этой вот вертикальности в некоторую тотальную горизонтальность следования. Горизонтальность — это сила, которая присоединяет одно к другому. Ну что, я думаю, что на этом я, пожалуй, закончу, и можем перейти к вопросам. Ну, я думаю, что, в общем-то, это относится не только к благословению в Танахе. Я думаю, это относится вообще ко всему нарративному построению Танаха, да, к тому, что, собственно, священная история разворачивается именно как история, как сцепление некоторых последовательных нарративов. Ну да. Возможно, поэтически очень богатая форма, вообще поэзия высшая. И это являлось как раз благословение. Ну да, да, я думаю, что да, в этом есть, безусловно, некоторый зон. То есть, да, для благословения такого типа необходимо, чтобы наше имя сделалось вовлеченным в определенного рода глич. Сделалось вовлеченным в определенного рода соскальзывание, в котором оно начинает куда-то двигаться. Ну, или можно сказать, что это превращает в поэзию вообще любую... Да, то есть это средство тотальной поэтизации повседневности в некотором смысле. Но это не совсем действительно верное определение, потому что поэтическое как раз предполагает сужение этой силы соединения в область, да, вот этого эстетического заповедника. Ну да. Ну,
Не, Мандельштам, я думаю, тоже, в общем, конечно, вполне подходит, но... Ну, смотря какой успех. Да, то есть тут важно, что действительно эта понятность и своевременность, она не имеет ничего общего с тем, как приобретать друзей и оказывать влияние. Да, то есть с ориентацией на какие-то уже существующие модели, потому что подобного рода ориентация, политтехнологии, да, это может быть ключом к какому-то кратковременному успеху, но это не может быть ключом к настоящей трансформации. То есть тут, я думаю, очень важным этот, да, то, что, вот этот аспект несвоевременности, который, тем не менее, становится своевременным. Не потому, что она ориентируется на запросы, которые уже существуют, а потому что она, и в этом смысле Бенемин совершенно прав, начиная свое эссе про задачу переводчика тем, что переводчик не ориентируется на запрос читателя. Переводчик не ориентируется на то, что... Да, потому что подобный запрос — это всегда восполнение, как раз, да, это вот этот вот первый тип благословения. Это восполнение некоторого отсутствия. Да, мы знаем, у нас есть какая-то ситуация, у нас есть запрос, и чего-то не хватает. И вот мы сейчас эту нехватку попытаемся каким-то образом восполнить. Сила соединения предполагает как раз изменение ситуации. А изменение ситуации не может ориентироваться на вот этот вот запрос, предполагающий нехватку и ее восполнение. Ну и, конечно, собственно, вопрос, который вы задаете, это самый главный вопрос. Вопрос в том, а как все-таки это может быть кодифицировано, да? И Шолендов-Берр в конечном итоге, как мне кажется, он указывает на эту область, да, он ее выделяет, но он ограничивается некоторым, как мне представляется, все еще слишком абстрактным и в некоторой степени, если не... не прескриптивным и морализирующим, то с легкостью коллапсирующим в морализаторство критерий. А именно Шолендов-Берр в качестве главного условия пребывания вот в этой вот области силы соединения, в области третьего благословения, указывает на способность не думать о себе. То есть думать о ситуации и не думать о себе в этой ситуации. О себе, причем в самом глобальном смысле. О себе в смысле там, так называемого спасения души. То есть настоящий хасид — это тот, кто действует не для того, чтобы получить награду. Причем награда — это награда совсем не материальная, а именно духовная. Настоящий хасид — это тот, кто способен действовать, не думая об этой духовной. Да, в смысле, это в принципе такое основополагающее для всего хасидизма движение. А там начинается история про Бааль Шем Това, который там сидит, погрузившись в размышления, подавлен, и приходит к выводу, что точно у него нет и не может быть никакой доли в будущем мире. Точно, значит, его душа навсегда погублена. И тут неожиданно он вскакивает и радостно говорит: ну, вот, наконец-то я могу выполнять заповеди так, как и нужно их выполнять, не думая о награде. Потому что точно со мной все уже, да, покончено, ничего не будет. Значит, я могу просто, да, делать то, что надо делать, не для себя, а просто так, потому что надо это делать. Да, и это... Ну да. Вот, ну то есть вот этот вот момент ненацеленности на себя, как это формулирует Шолендов-Берр. Но мне кажется, что это скорее является вопросом, а не ответом. Потому что, да, это остается некоторым моральным требованием, если не подкрепляется техникой того, а как, собственно, это делать, да? А как избежать этой нацеленности на себя? Как избежать этой заботы о себе? Каким образом возможен выход. Да, то есть тут получается некоторый замкнутый круг, потому что да, выход возможен, если находиться в области действия силы соединения. А для того, чтобы находиться в области действия силы соединения, нужно находиться вне вот этого спектра заботы о себе.
И мне представляется, что, конечно, тут дальнейшее движение в область вот этой вот материалистической экспроприации теологического предполагает уже гораздо более развернутый конкретный методологический ответ о том, как эта сила соединения действует, каковы методы выявления вот этих вот, какого метода, например, преодоления этого притяжения, выяснения отношений, субъективности, да, в которые нас постоянно в себя втягивает. И каковы методы анализа соотношения и констелляции различных сил, которые предопределяют, каким именно образом следует соединять буквы и действия в данной ситуации? Это так только если мы относимся к этому действию конкретной ситуации. Действительно, Шолом-Довбер во многом продолжает так к нему относиться, как к такому стихийному, некодифицируемому знанию, да? Как к некоторому такому вот, да, ты не можешь его передать, ты можешь понять как. Но, опять же, это связано с предыдущим ответом. Я думаю, что это как раз подобное отношение, которое действительно есть у Довбера, оно свидетельствует о все еще ограниченности его подхода. О том, что хотя он выявляет эту область, он все равно продолжает ее в некотором отношении подчинять диктату имманентного невозможного, с некоторым удару. И мы об этом тоже говорили. Да? То есть ты, либо у тебя это есть, либо нет. Вот у Ленина было, да, и он смог. А у Бухарина не было, и он не смог. Ну, смог, но плохо вообще все кончилось. До какого-то момента. Ну, в некотором смысле это безусловно, да, это безусловно, я думаю, так, и поэтому тут вот недавно художник Хаим Сокол возмущался тем, что студенты вышки, когда он попросил их, какая там была история с акцией, портреты их героев он попросил повесить, они повесили рядом Ленина и Стива Джобса, и его это как-то очень возмутило. Он там, да, но мне кажется, да, что совершенно, в общем-то, это верно сопоставление. Другое дело, что, да, тут необходимо прояснение того, что именно их объединяет, но, в принципе, это интуиция студентов, это совершенно верная интуиция. И да, я действительно не вижу, я не считаю, что этот вот анархистский упрек Ленина в том, что это просто история успеха, я совсем не считаю его упреком. Я думаю, что, да, действительно, необходимо как-то действовать, необходимо как-то разбираться именно с этой вот силой успеха, которая, безусловно, присутствует у Стива Джобса. Да? Ну, тут как бы нет сомнений. Ну, это, конечно, в общем-то, один из самых существенных вопросов. И я бы его даже в некотором смысле разыграл. Допустим, да, что мы имеем дело с такой вот ситуацией, которую Пелевин описывает в этой своей антологии, да, там, изменяющихся реальностей, которые полностью, да, там, трансформируются. Допустим, действительно, все прошлое полностью изменилось.
И да, я сейчас существую в реальности, в которой того прошлого никогда не было. Но что делать с самим фактом существования той реальности, которая все-таки была? Да? То есть в этой реальности, в этом возможном мире, в котором я существую, тот мир невозможен. Но все равно же, да, сохраняется это его мета-возможность. Ну, это скорее вопрос, который связан с тем, что, в принципе, революция имеет тенденцию останавливаться посередине, да, и, это вообще основной вопрос науки о революции. Но, это, мне кажется, скорее вопрос, который возникает при трансформации первого типа, когда речь идет о, возмещении отсутствующего, которое никогда не может быть до конца возмещено, поэтому любое действие оказывается недостаточным, поэтому любой социалист оказывается не до конца социалистом. И это... Ну, я не уверен, что они действительно ими все являются, но, да, так или иначе, ну, окей, я думаю, что можно сформулировать этот вопрос в принципе как вопрос о прерванности революции. Да? Что делать со всеми неудавшимися революциями? И с их носителями, которые продолжают оставаться актуальными, релевантными в той или иной форме. Я думаю, что да, вот это вот третье переключение, третий тип благословения, он решает этот вопрос. Я думаю, что в тот момент, когда мы включаемся в движение силы соединения, мы находим то нужное подсоединение, которое так подсоединяет эти силы, что не то, что выясняется, какую положительную роль они играли, да, чем они способствовали, а сейчас они больше не способствуют. Мы находим какую-то возможность их подключения. Это на самом деле действительно для каждого конкретного случая, как мне представляется, нужен конкретный анализ, который... Да, безусловно. Любое настоящее соединение, оно в некотором смысле бета-диахрон. Потому что недостаточно того, что оно диахронно, оно тогда изменит прошлое, но оно не изменит той ситуации, в которой было другое прошлое. Да, это действие, оно смещает все времена и переподключает все времена. Да. Ну, в некотором смысле это, да, вопрос о том, как это полностью уничтожить, но оно не может быть полностью уничтожено просто изъятием вот этих вот содержаний, просто изъятием искр, просто транспозиции в другие условия. Необходимо найти такой способ его уничтожения, который его трансформирует самого на том месте, где оно есть. Да? И в этом, я думаю, смысл этого, материальность сама превращается в божественное. Она никуда не выводится, она остается там, где она есть, и на этом ее месте, где она есть, она переподключается. Ну,
Ну, да, и она не просто обнаруживается, она действительно возникает в тот момент, когда, когда это дело. Да, и в этом возникновении действительно реальность трансформируется. Да, конечно, безусловно. Безусловно, да, это да, эти три. Ну да. Ну да, то есть он, ну, для каждой из них указывает то агрегатное состояние, то место, в котором она действует. Потому что, в принципе, в... Ну да, да. Ну да, но ведь в Лурианской кабале тоже присутствует этот момент, хотя в ее вот этой вот, да, там, маргинализированной ветви у Саруга присутствует этот момент в соединении букв, предшествующего Цимцуму. Да, там Саруг, по-видимому, да, из первой группы учеников Арии, он развивает именно вот эту вот тему того, что вообще-то, да, изначально наиболее первичное проявление абсолютного — это совсем не Цимцум, а до Цимцума еще происходящее вот это вот ткань, которая, да, сотворение, не сотворение, да, а именно в вышивание ткани, или, да, с, как это называется, да, вот ее ткани, плетение ткани, плетение, да, ткани, ткани, это как-то, ну, ткани, ткани, да, которая состоит из букв. Но, собственно, буквы, они и есть, эта ткань, да, вот эти вот. Да, безусловно, да, он, ну и тут любопытно, конечно, да, что различные, вроде бы противостоящие друг другу онтологические модели оказываются просто операторами различных переключений реальности, при этом между ними, да, существует иерархия, один из них указывает на более непосредственные, более адекватные, а другие на менее адекватные проявления абсолютно. Да. Спасибо.